На швейной фабрике демонстрируют первые образцы защитных комбинезонов для врачей-инфекционистов. Здесь подготовили два варианта разных цветов и с разной степенью защиты. Ну, идет еще сверху накладка. Видите, ноги? То есть ноги запакованы и на одном, и на другом, только здесь еще идет вторая защита. Пробные образцы разработали в максимально короткие сроки. В течение недели выбирали ткани и дизайн. Разрабатывали комбинезоны совместно с медиками. Костюмы должны быть герметичны и максимально защищать врачей-инфекционистов. Мы выбрали и определились на ткани Oxford 210, это 100% полиэстер. И по мнению врачей и больниц, то есть там проходили все эти испытания, именно эта ткань не пропускает инфекцию. Задача такая и стояла, чтобы они были многоразовыми, то есть чтобы они проходили как раз вот это обработки. То есть либо высокая температура при акваколлавировании, либо это химраствор. Один портной может пошить 2-3 комбинезона в день. Планируется, что лекала защитных костюмов, которые будут созданы на фабрике, передадут на другие швейные производства региона. Самарское швейное предприятие почти 10 лет шьет униформу для работников ресторанов и гостиниц. В сложившейся эпидемиологической обстановке оперативно переориентировались на пошив медицинских масок. Помимо основного производства, пригласили к сотрудничеству профессиональных швей в Похвистнево и Алексеевке. Еще 28 человек работают на дому в Самаре. И теперь фабрика производит порядка 15 000 штук многоразовых масок в сутки. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.